кредита ваша, как вы оцените? Я тут друзья помогу. Главное, что нужно это тепло жителей города почувствовать, желание вас поддержать. И дело здесь далеко не во власти. Я видел ваших друзей, вашу активную общественную такую позицию, поддержку. Спорт поддерживает. Вы примера во многом, честно говоря. Я хочу, чтобы вы вот это почувствовали. Все тепло жителей города и желание вам сделать вам новогодний такой подарок. От меня это тоже такая символическая новогодняя пустота с конфетами. Девушкам надо с конфетами. Большое вам спасибо, как за книги исполнили. Это коробка конфет тоже тебе, чтобы жизнь была теперь у тебя сладкая. Мы с Дмитрием Павловичем обратились, и мы сразу же к Владимиру Рудольфовичу, и вот все получилось. Поэтому большое спасибо, что услышали и помогли. А можно я еще Дмитрию Павловичу руку пожму? У вас такой хороший друг, который всех нас объединяет. Да. Он такой настойчивый, жесткий, требовательный, системный при том. Системный. Он как вот когда говорят, говорю, если не в окно, не в дверь, так в окно. Он, по-моему, с таким. Я думаю, что нам не надо ни дверь, ни в окно. Мы друг друга слышим. И... Спасибо большое. Спасибо. Лена Викторовна, вы все-таки героиня у нас. Огромное вам спасибо. Спасибо. Спасибо.